Здравствуйте, с вами Жанна на канале Видеокухня. Сегодня я готовлю суп с галушками по-полтавски. Потребуется бульон говяжий, вода, лавровый лист, перец горошком, репчатый лук, укроп, яйцо, мука, картофель и масло для жарки. Нарезаю репчатый лук. Картофель тоже кубиками. Бульон лью в кастрюлю. Довожу до кипения. На сковородке разогреваю масло. Тестирую лук. Этот рецепт я взяла в учебнике кулинарном. Там сказано, что надо жарить на сале. Но так как сала нет, поэтому использую оливковое масло. Лук спассеровала, убираю в сторону. Кипящий бульон. Направляю картофель. И варю до полуготовности. Теперь готовлю галушки. В сотейнике разогреваю воду, довожу до кипения. В кипящую воду добавляю треть муки. Тщательно размешиваю. Размешиваю каких полминуты. И теперь убираю с огня. Холодную воду для охлаждения. Пока тесто остывает, собью яйцо. Мне потребуется часть яйца. Тесто готово. Остыло буквально за минуту. Добавляю часть яйца, примерно половину. И все перемешаю миксером. И домешиваю уже густую массу ложкой. Интересный метод приготовления галушек. Картофель почти готов. Теперь добавляю галушки. В холодной воде смачиваю ложку, так легче взять будет. Затем добавляю перец, лаврушку и пассированный лук. Проварю минут 10. Прошло 10 минут, галушки готовы, и по вкусу солю. Суп готов. Достаю лавровый лист. Проверяю готовность галушки. Готово. Очень ароматный. Прост приготовление, сытно, вкусно. Посыпаю укропом. У меня ушло литр бульона говяжьего, 200 грамм картофеля, пол луковицы, один лавровый лист, пол яйца, 60 грамм муки, 90 миллилитров воды, укроп, перец горошком и масло для жарки. Суп с галушками полтавски готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, готовьте, комментируйте. До новых встреч!